Поволжье рождественские морозы стремятся к рекорду. Несколько регионов во власти ледяного антициклона. Из-за холодов военные на учебных полигонах развернули больше 100 пунктов обогрева. Бойцам выдают чай и бутерброды. В некоторых районах Саратовской, Самарской области, а также в Татарстане и Башкирии минус 27. Это ниже нормы примерно на 10 градусов. Аномальная погода продержится 2-3 дня. Похолодание надвигается и на центральный регион. В Москве в ночь на среду минус 16. В первый рабочий день после каникул около 10.